Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хотел бы посоветовать вам канал Тайбер Шоу. Он снимает на своем канале разные игры, такие как Метро 2033, Спинтарес и так далее. Всем советую подписаться на его канал, у него пока что мало подписчиков. Он начинающий ютубер, поэтому, пацаны, ссылочка на его канал будет в описании. Давайте все его поддержим, потому что он снимает реально очень годные и прикольные видосики по различным играм. Давайте поможем ему хорошо стартануть, чтобы в дальнейшем его канал начал быстрее развиваться. Поэтому, пацаны, повторюсь, ссылочка на его канал есть в описании. Обязательно подписывайтесь, заходите на его канал, смотрите видосы, ставьте ему лайки и пишите комментарии. Желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня снова видео на проекте Amazon Freeplay. Видео будет очень интересное, поэтому, пацаны, обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Также я хотел бы напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Вот, пишем донаты, короче, я собрался снять номера с этой машины, продать ее и купить себе другую машину. Какая это будет машина, я пока что говорить не буду, пацаны, но, блин, я ее хочу очень купить, потому что такую машину недавно купил Булкин, и я очень захотел себе тоже такую машину. Я еще давно ее хотел купить, пару месяцев назад еще собирался ее купить, но как-то руки не доходили, но теперь себе Булкин купил эту тачку, и я тоже загорелся купить себе ее на Амазинке. Я сейчас буду номера снимать с этой машины, как раз для вас контентик, пацаны, сейчас вы посмотрите, как снимать номера с машины. Так, чтобы снять номера, нужен донат, пацаны, а именно 100 мазингов. Вот они у меня есть. Давайте нажимаем, и здесь у нас есть, по-моему, где-то я это видел. Так, вот, снять номера с авто, нажимаем. Вы можете снять номера с личного транспорта в инвентарь за 100 мазингов. После снятия номера он появится в инвайт. Хорошо, все, я снял номер, походу, или нет. Вы можете найти ваш номер в инвентаре. Да, я АМР снял, вот, написано, короче. Вы сняли номерной знак АМР 39 за 100 мазингов. Вы можете найти ваш номер в инвентаре. Отлично, все. Теперь, пацаны, тачка без номеров. Кстати, видите, номера еще не пропали, типа, они показываются. Но я не буду никого обманывать, я сейчас перереспавню. Потому что, ну, обманывать, пацаны, это нехорошо. Так, вот она у нас без номеров. Сейчас я за 4-5 ее, короче, продам кому-то. Вот, видите, все, номеров на ней нету. Номера я снял и переставлю я их на другую машину. А эту машину я буду покупать, конечно же, в автосалоне. Какая-то машина, вы узнаете чуть позже. Так, короче, я даю за 4-2, потому что, пацаны, я очень спешу, я хочу уже купить эту тачку новую. Так, продать игроку 130. В принципе, все равно так, 4-2 надо точно посмотреть. Так, отказался предложение. Ну, я ему кинул, почему он не взял. Так, все, продается тачка, он просто ПТС еще раз посмотрел. Так, 4 миллиона 200 тысяч. Давай забирай быстрее, чувак, я хочу уже поехать в автосалон. Так, мне пришло 4 миллиона 158 тысяч, да? Лям 780, короче, снимаем. Лям 780. Все, короче, снимаю лям 780, и можно, получается, ехать в автосалон. Все, пацаны, я уже взял машину семьи, направляюсь в Южный, в автосалон. Мне не хватает немножко денег, поэтому надо сейчас где-то найти 30 тысяч. Я на самом деле не помню, сколько она в автосалоне стоит, но если я не ошибаюсь, она стоит 6 миллионов, машина, которую я хочу купить. Надеюсь, я не ошибся. Если она стоит больше, то придется тогда в год сливать Ямаху, потому что я очень хочу эту машину купить, прям очень ее хочу. Она мне внешне, кстати, очень нравится. Не знаю, как она вам, пацаны, но мне эта тачка очень нравится. Их на серваке достаточно очень мало, я не знаю почему. Как бы это не популярная машина, но мне она очень нравится. Ну, кто Булкина смотрит, тот уже понял, что за машина вообще. По-моему, она стоит 6 лямов в автосалоне. Тем более, у меня 8 слот. С рук эту тачку нельзя купить. Тем более, их на серваке вообще нету. Я давно не видел вообще эту машину. Фух, пацаны, мне хватает на нее. 6 миллионов она стоит. Audi R8. Бля, какая же она охуенная. Я буду брать именно черную, я не буду красить, все, она будет черная просто. На стоковых дисулях, пацаны. И сейчас мы на нее еще поставим номера AMR39. Я очень, да, на самом деле рад, поэтому, пацаны, поставьте лайк. Вот давайте наберем здесь очень много лайков, потому что подобное вроде бы еще никто не снимал, чтобы снимать номера и покупать новую машину и ставить на нее другие, ну, типа эти номера. Я считаю, что это заслуживает лайка, поэтому, пацаны, просто лайк. Я сейчас договариваюсь даже, я знаю, что это игра, пацаны, я очень хотел эту машину, и наконец-то я ее куплю. Да, я ее купил, пацаны, все, денежки уходят, я потратил на нее все свои деньги просто. Вот она, Audi R8, и сейчас мы поедем домой, и я поставлю на нее номера.
Ну что ж, пацаны, я приехал уже до дома, тут подписчик катается, он спрашивает, какую я машину покупаю, но я ему это не говорил, видите, он сдалека палит туда, палит, смотрите, вот, вот он, короче, стоит и палит, что я за машину купил. Ну ладно, пусть смотрит, в принципе, вот, Audi, пацаны, R8 просто, пушка, гонка, блин, ой-ой-ой-ой, вот это, конечно, пушка, ебать, ебать, сейчас, короче, номера еще поставим, вау. Напишу, это еще не все, смотри. Так, сейчас номера поставим, НВ. Так, номерные знаки, вот, АМР получается, 3-9. Так, поставить на транспорт. Так, вы хотите поставить номера АМР на ваш транспорт Audi R8. Внимание, текущий номер на транспорте будет заменен на АМР, бла-бла-бла, все, ставим, короче. Теперь делаем респаун, делаем вот так вот. О-хо-хо-хо, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, карамба, блин. Вот это сила просто. Как они еще здесь смотрятся, пацаны, классно эти номера. Я просто рад, как ребенок, отвечаю. Жалко, здесь спойлера, кстати, нету, как у Булкина. У Булкина вообще она оранжевая, но он будет ее черной делать. Классно выглядит, да. Блин, просто охрена выглядит, пацаны. Как по мне, блин, просто пушка-гонка, реально, я очень рад. Я просто очень рад, надеюсь, вы тоже за меня рады, потому что я потратил на нее все деньги, я очень ее хотел, и наконец-то я себе ее купил, пацаны. Я думаю, за это точно нужно поставить лайк и подписаться на канал. Все, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, повторюсь. Подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. Всем пока-пока.